Привет всем, меня зовут Кейт Клэп, и сегодня я хочу с вами поговорить о прекрасном событии. Нет, это не тот факт, что я наконец-таки нашла свою самую любимую бейсболку. А любимая она потому, что на ней изображена я. Ну и, конечно же, крутой YouTube. У-у-у! То самое прекрасное событие – это возвращение Меган Фокс. Ну и, конечно же, вы спросите, а что, она куда-то уходила? Нет, просто она решила залечь на дно. Наверное, полгода, может быть, даже больше, о ней особо ничего интересного не было слышно. Да и особо блокбастеров с ней не выходило. И я, как главный фанат Меган Фокс, была просто в печали. Так же сильно ее появление я ждала, как и выхода новой книжки Стефани Майер. В свое время. Но только там было много разочарования. Наконец-то я узнаю, чем все закончится. То есть Джейкобу было не дала, и он решил отыметь ее новорожденную дочку? Что за х... Или так же сильно я ждала выход нового айфона? О, боже мой! Неужели вышел новый айфон? А чем он отличается от старого? Умеет записывать видео? Покупаю! Я ждала выход нового айфона с тех пор, как купила себе самый первый в своей жизни айфон. Ну или так же сильно я ждала Меган Фокс, как выход нового, третьего фильма про трансформеры. Ну, наконец, этот фильм вышел. Я ждала 2 года, чтобы увидеть свою любимую Меган. Посмотрим. Десептиканы атакуют. Я что-то сейчас не поняла. Эй, ты губастая! Где Меган? И когда я поняла, что в фильме не будет Меган Фокс, у меня была такая реакция. Зато, если убрать у этой замены губы, то она будет выглядеть без них очень странно. А Меган сексуальна даже с глазами Стива Бушеми. Так что, пока моя главная муза отдыхала и занималась вегетарианством, я пыталась найти ей замену, и вышло все не очень удачно. Майли Сайрус! Нет. Дан-дан! Слишком. А может быть, Анджелина Джоли? Скучно! Но все-таки потом Меган решила вернуться. Вернуться на обложки журналов, на красные ковровые дорожки и вообще выйти из дома. Моему счастью не было предела. Yes! Oh my gosh! Весь этот момент радости был похож на индийский фильм. Ну, знаете, очень глупый и романтичный. Умственно отсталой. Ага. Так что теперь у меня огромное счастье. И я безумно рада, что Меган вернулась. Так что мой вопрос на сегодня. Что вы в последний раз ждали очень сильно? Это может быть что угодно. Книга, фильм, видеоигра. Для меня это, конечно же, было возвращение Меган Фокс и выход нового сезона 2.5 человека. Но Чарли Шина там не оказалось. И вы меня спрашиваете, понравился ли мне сезон без самого главного персонажа в сериале? Я скажу вам, как он мне понравился. Так что не забывайте оставлять мне свои потрясающие комментарии внизу, кликать на кнопочку подписаться, ставить палец вверх, если вам понравилось мое видео. И знаете, я вас очень люблю. Удачи вам на этой неделе. Пока.